Девчонки, привет. Время 22 часа 13 минут. Я отношусь к ненормальным совам. У меня работоспособность, более-менее такая нормальная, начинается, по-моему, часа в 4 дня и расходится вот к 10 часам. Сейчас я вам покажу, чем я решила заняться. Уснуть не могу, покоя мне нет. Обратим внимание на эту небольшую табличку. Она говорит нам о том, что расстояние до линии бедер от линии талии 17 см для низкого роста, 18-19 для среднего роста. Так, ну шьющие братья, наверное, поняла, кто это был перед нами, по голосу узнали. Это Ирина Михайловна Паукште. В общем, я такой коллекционер всяческих обучающих курсов по шитью, потому что у меня образования нет. И если есть возможность, какие-то скидки, акции, я всегда покупаю видеокурсы. И по технологии, и по конструированию, моделированию, по построению основы. Вот. У меня очень много разных видеоуроков. И Анжелики, Ангел Адрес. Потом Альбина скрипки я покупала, вот у Ирины Михайловны. В общем, эту систему 10 мер, которая у нас совсем недавно появилась, да, все так шьют по ней, там строят. Я тоже 100 лет назад, ну, года 2, наверное, назад купила, записала себе на жесткий диск и про нее, честно говоря, забыла. И тут что-то лазила в интернете, смотрю, что-то там девчонки строят, решила и я. В общем, вот. И в ночи я загорелась. Попробовать построить на себя основу. Мерки с меня снимать некому. Ой, просила сейчас мужа. Сами знаете, как там мужья мерили. В общем, если он ошибся, так ошибся я. Он снимал с меня мерки. Так, длины спины у него получилось 39. Я его, конечно, направляла. Так, еще он с меня снял мерку ширины спины. У него получилось 37. Но остальные мерки я как-то изловчилась сама снять с себя. Ну, в общем, погрешность, естественно, наверное, большая. Но, в общем, я все-таки решила построить. Девочки, время 0 часов 2 минуты. Я построила основу по системе 10 мерок. Сейчас я вам покажу, как на эскизе к уроку выглядит. Вот, у меня это выглядит вот так. Чем мне не нравится? Какой-то слишком круглый окат. Так, кстати, высоту оката я не промерила. Сейчас я попробую. 13 сантиметров. Низковат, конечно. У меня прибавка 3 сантиметра, как у от руки. Еще мне не нравится то, что у меня такая большая выточка плечевая, 3 сантиметра. Но учитывая то, что у меня сутулость, я не исключаю, что так может быть. Длина 9 сантиметров взяла, как по правилам, 3 раза больше раствора выточки, ее длина. Так, нагрудная выточка у меня получилась 6,5 сантиметров. Если раньше я строила по другим системам, то она у меня примерно такая же была. Так, вот такая у меня пройма получилась. Вот, выточки, конечно, я очень сильно сомневаюсь, что они мне подойдут. Потому что, как я вам говорила, самой точной выточки это по системе по Злачевской при помощи угловых линеек. Так, ну что, кому интересно, я думаю, многие думают. Я думаю, многим интересно, каково оно построение по системе 10 мерок. Ну, в общем, знаете, вот так вот рядом компьютер с Ириной Михайловной. Очень удобно, конечно, и быстро строить. Так, сейчас я лягу спать, пожалуй. А завтра я постараюсь раскроить по этой выкройке и сшить основку. Ну и вам, конечно, покажу. Так что, девчонки, завтра будем смотреть все мои косяки. Возможно, мерки сняты неправильно. Ну, в общем, рассуждать не будем. Давайте пока, до завтра.